Здравствуйте, с вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. 25 июля – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Поздравляю всех сотрудников с этим днем. Искренне желаю всегда следовать по верному пути, никогда не оставлять без внимания ни одной улики. Постоянно руководствоваться высоким профессионализмом, блестящей интуицией, отменной смекалкой и безупречной логикой. Ваш нелегкий и всегда напряженный труд делает этот мир лучше. А в Краснодарском крае продолжает капризничать погода. В Краснодаре на протяжении всего дня пасмурно и дождливо. Утром 21-23 градуса, днем до 27, дождь с грозой. Вечером возможен небольшой дождь и до 22 градусов. И в Белореченске, и в Апшеронске синоптики прогнозируют также весь день дождь. Утром и вечером 20-22 градуса, днем максимум до 24. Не забыть захватить с собой зонт и дождевик, необходимые жителям станиц Варениковской, Анастасиевской и Ивановской. Утром до 23 градусов, в обед воздух прогреется до 26, вечером до 24 и весь день местами дождь с грозой. И в Сочи дождь и на протяжении всего дня всего лишь 22-24 градуса. И помните, что даже пусть за окном и дождь, главное, на душе не должно быть пасмурно. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросехковмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Всего доброго!